сразу после игры с тренером Шора. Чем удивил лидер? Да особо ничем. Лаконичный ответ. Чего не хватило команде для того, чтобы сегодня не проиграть? Забить гол. Не будем вас больше морозить. Спасибо. Хочется спросить, насколько сильно на игру повлияло вот это поле замерзшее? Ну, поле было одинаковое для всех, поэтому мне кажется, что мы были в равных условиях. И, в принципе, ну, по игре я считаю, что мы были не слабее. Просто не было особо моментов. Те моменты, которые у нас были, мы их не забили. Сегодня не хватило нападения. А вот, ну, начали хорошо, а что вот такого случилось, что чуть-чуть поломало игру? Ну, в принципе, борьбу мы вели хорошо. Первый гол, опорники немного не добежали, подустали и нас просто расстреляли с опорной зоны. А так, в принципе, всю игру я считаю, что мы очень хорошо играли. Ну, еще раз повторю, что нам просто не хватило сегодня нападения. Оно было, ну, не так активно, как надо. Спасибо за подробный комментарий. Скажите, пожалуйста, насколько сильно на игру повлияло поле? Ну, конечно, сильно повлияло. Сегодня игры как таковой не было. Больше команду объявили вперед. И, в принципе, кто выиграл больше единоборств на чужой половине поля, кто создавал больше моментов, наверное, там. И как-то выходил из этих единоборств, тот и победил. Я думаю, это заслуженная победа. А в чем были сильнее соперника? Ну, как раз-таки я уже сказал, наверное, в борьбе где-то... В важных единоборствах в финальной третьей мы, наверное, были сильнее. Где-то удалось нам победить в них и, соответственно, забили два гола, и думаю, по делу. Спасибо, удачи в следующих играх. После матча с тренером «Динамо» удивил ли чем-нибудь сегодня соперник? Ну, наверное, добрый день. Удивить, но вряд ли. Мы вышли играть в свой футбол, к сожалению. Футбольное поле не позволяло показывать наши... качество, то, что мы нарабатывали, ну, ничего страшного, сыграли, ни в чем не уступили, борьба, так что молодцы с нашей стороны ребята и молодцы соперники. Все-таки в чем ключ победы был? Вы знаете, наверное, где-то удача, где-то мастерство и самоотдача. Еще раз повторяю, то, что соперники также бились, но мы, наверное, чуть-чуть были быстрее, сильнее и свои моменты реализовали. Спасибо за комментарий. Удачи.